Нет, невозможно понять, что это такое. Батюшка, что это такое это, было? Это была копейка. Копейка. Ага. Пехота выскочила на копеечке, попыталась защищать, оборонять свой блокпост. Танк в лобовую атаку его влупил. Что осталось? Это из пушки? Да, это танковая работа. Что осталось после? Непонятно, ни ребят, никого, ничего. Это что осталось от этой машины, которая... Летели ребята, 8 человек. На подмогу, да? Да, на подмогу. Вот что от них осталось. Машина даже с места не дернула. Как развернула, я выстрелил, а что осталось. Ну, это получается наш Урал. Третьей батареи самоходных саушек. Ребята ехали с Донецка, с провизией, получили питание, сухпайки. Ехали на боевую позицию, где мы стоим. Стояли в селе танки, без обозначения, без ничего. Они посчитали, что это наши, посреди села стоят. Тут стояла БМП, там дальше мы поедем посмотрим. Где, на дороге, да? Да, она разбитая стоит. Две БМП, за ними стоял. И вот когда они начали поворачивать сюда, по них начала работать БМП, и начал БТР работать. Расстреляли наших ребят, они даже не знали ни про что, ни по что. Погибло 4 наших. СОП погиб. Это погиб комбат 3-й батареи, это все ребята. Погиб ангел, командир танкистов. И погиб водитель, который сидел за рулем. Вот это ребята, ни про что, ни за что, они погибли по незнанке вообще. Их тут разорвали в хлам на этом Урале. Тут мы ребятам их повытягивали, тут они вот лежали у нас. Потом мы их поперевозили. Пытались тут помочь, там, ну, как бы. Еще живые были? Ну, когда мы доставали, мы ну, к вагоне доставали, может, живые. Ну, как бы, после того, как все тоже там, таких, людей там порвало хлам. Что такое работает БТР или БМП работает по машине? По кучке людей. Там ничего как бы не осталось целого. Ну, может, посмотреть там салон там. Движок пробили, похоже, дело. Мозги на потолке, понимаешь, как бы. Пальцы валяются выше.